программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. ЧП на шахте на руднике в Змеиногорске. Произошло обрушение породы. Есть пострадавшие. Экс-зам главы Колыманского района обвиняют в убийстве девушки, которое произошло больше 30 лет назад. Параллельно бывшего чиновника проверяют на причастность и к другим преступлениям. 103 площадки, 17-я по счету всероссийская акция «Ночь музеев» стала рекордной по числу посетителей. На руднике в Змеиногорске произошло обрушение породы, пострадал человек. Факт несчастного случая на Карбалихинском руднике подтвердили в пресс-службе предприятия «Сибирьполиметалла». Там сообщили, что ЧП случилось еще 15 марта. Представители военизированной горноспасательной части подняли пострадавшего на поверхность, после его госпитализировали. Представители предприятия «Сибирьполиметалла» вошли в состав комиссии по расследованию происшествия. Рудник, по их данным, продолжает работать в обычном режиме. Жизнью и здоровью сотрудников ничего не угрожает. И к другой теме. Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю главы администрации Колыманского района Виталия Манишина в убийстве девушки, совершенном больше 30 лет назад. Спустя более 30 лет следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета по краю в составе аналитической группы по раскрытию расследованию преступлений прошлых лет вновь вернулись к изучению материалов данного уголовного дела и решили провести дополнительные следственные действия путем повторного опроса свидетелей, каждый из которых прошел полиграфическое исследование. Следователями установлена причастность одного из мужчин, которому на момент преступления было 19 лет. Он дал признательные показания в совершении убийства несовершеннолетней, сопряженного с изнасилованием. Предварительно установлено, что в сентябре 1989 года обвиняемый, находясь в компании друзей, познакомился с потерпевшей. Оказавшись наедине с девушкой недалеко от села, он пытался ее изнасиловать, однако несовершеннолетняя оказала сопротивление, вследствие чего молодой человек убил ее, закопав тело недалеко от места преступления. По ходатайству следователя Следственного комитета в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Также бывшего чиновника проверят на причастности к другим преступлениям. Отметим, в начале 2000-х в Барнауле орудовал политеховский маньяк, жертвами которого стали абитуриентки технического вуза. Тогда главный подозреваемый по делу Александр Анисимов выбросился из окна во время следственного эксперимента. Однако ни у кого не было и нет стопроцентной уверенности в том, что именно Анисимов действительно есть тот самый политеховский маньяк. К другой теме. Студентов Павловского аграрного техникума эвакуировали. В здание проникли четверо неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием. Они удерживали больше 20 заложников, большая часть из которых студенты, гласит легенда плановых антитеррористических учений ФСБ. В режиме реального времени и на основании постоянно поступающих новых вводных группировка оперативного штаба на базе техникума в Павловске отрабатывала, как нейтрализовать условную террористическую угрозу. Силами МЧС конкретно отработана реальная эвакуация и разворачивание пункта временного размещения учащихся на базе общеобразовательной школы. При этом, по легенде, был и осложняющий элемент – условный взрыв в одном из студенческих общежитий и блокирование его жильцов на верхних этажах здания. Но благодаря профессионалам действиям спасателей все люди спасены. В плановой операции принимали участие сразу 7 органов службы безопасности, от МЧС до ФСБ и Федеральной службы охраны. Все участники учений показали необходимый уровень подготовки. К другим темам. В Барнауле начался монтаж одного из пролетов большого путепровода на новом рынке. Это почти ювелирный процесс, при котором установка тяжеловесной конструкции происходит на весу. Первую балку для пролетного строения уже установили, всего их нужно 8. Подрядчик объекта рассказал, как продвигается работа. Монтаж пролетного строения идет между первой и второй опорами. Это один из важнейших этапов, от которого зависит не только прочность опоры, но и будущий облик моста. Процесс требует филигранной точности. Сначала на одну из опор и временно смонтированную опору укладывают 2 соединенных блока. Потом на высоте к ним присоединяют 3-й. Происходит сборка этих балок сначала на болтовое соединение. В последующем происходит обварка. После чего этот этап повторяется и
строители переходят на последующие балки пролетного строения 1-2. Всего их у нас в пролете 8 штук, поэтому вот необходимо будет 8 раз повторить данную операцию. Длина первого пролета 27 метров. Всю конструкцию соединяют продольными путями. Такой вид сборки отличается высокой точностью. Процесс сложный и ответственный. Все сварные соединения в обязательном порядке должны быть, так скажем, подтверждены специалистами, что они выполнены качественно. Непосредственно на этом объекте такие испытания у нас будет производить наш политех. У нас с ними заключен соответствующий договор на то, чтобы они обследовали все сварные швы. Далее начнется обустройство монолитной проезжей части, затем дорожного полотна и деформационных швов. Всего строителям надо будет смонтировать 3 пролета, в том числе методом надвижки. На маленьком путепроводе опоры уже соединены пролетом. Это лето для строителей объекта будет очень плодотворным. За теплый сезон предстоит выполнить колоссальный объем работ, чтобы к концу ноября все пролеты и опоры приобрели законченный вид и по мосту запустили транспорт. Данил Кузнецов, «День с толком». В Рубцовске во время пожара погиб пенсионер. Огонь охватил пламенем жилой дом, в котором находился мужчина. Такие кадры накануне появились в соцсетях. В МЧС по краю сообщили, площадь пожара 64 квадратных метра. Возгорание ликвидировали больше 10 спасателей. Причина пожара будет установлена после необходимых экспертиз. А еще один серьезный пожар накануне произошел в Первомайском районе. В поселке Казачий сгорела пилорама. Площадь возгорания почти 1000 квадратных метров. Работу спасателей осложняла сухая ветреная погода, большое количество горючих материалов, а также отсутствие источников воды. Причины пожара пока также устанавливаются, но, по крайней мере, обошлось без жертв. Отметим, что только 21 мая в Алтайском крае ликвидировали 94 пожара. 11 из них произошли в Барнауле. Напомним, что в регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность, местами высокая пожароопасность, вплоть до 30 мая. Ну а мы движемся дальше. В Классическом университете проходит мероприятие в честь 50-летнего юбилея вуза. Официальная дата дня его рождения 25 мая, поэтому на всю ближайшую неделю запланированы торжественные линейки, презентации книг, встречи выпускников и концерты. А сегодня в вузе торжественно открыли обновленную мемориальную доску в честь первого ректора университета Василия Неверова. Подробнее в сюжете. Почти 300 человек, студенты и преподаватели вуза, собрались сегодня на торжественную линейку в честь юбилея. К этому дню на входе в корпус университета на Димитрово появилась новая доска памяти первого ректора Василия Неверова, который был во главе вуза 14 лет. Ее установили взамен предыдущей. Ученый совет, комиссия ученого совета приняли решение о том, что надо все-таки сделать более обновленную, соответствующую вкладу первого ректора в развитие университета. Доску изготовили на камнерезном заводе. Сам портрет Неверова выполнен в бронзе. Рядом надпись «Университет. Моя любовь». Скульптор Михаил Кульгачев рассказывает, что очень старались успеть к юбилею вуза. Получилось. Фотография была сложная, она была фасовая фотография. Мне пришлось уже додумывать, как он будет в три четверти. Пришлось немножко вот в этом плане поработать. Но портрет узнаваем. Коллеги говорят, что он узнаваем. Впереди целая неделя торжественных мероприятий в честь 50-летия Классического университета. И принять участие в них могут не только студенты и преподаватели, но и обычные горожане. Сегодня мы откроем выставку перед театром драмы, где жители города могут прийти, познакомиться со страницами истории университета, с ключевыми сотрудниками, которые его способствовали его развитию. В среду у нас будет научно-практическая конференция, на которую мы тоже приглашаем всех, кто интересуется университетской историей. Уже завтра в вузе будут презентовать целую серию юбилейных изданий. В сам день рождения, 25 мая, пройдет заседание ученого совета, а в пятницу днем в университете ждут выпускников. Их ни много ни мало 90 тысяч человек. Праздничная программа продолжится концертом, куда приглашают всех желающих. Масштабное мероприятие состоится в Титов-арене. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, «День с толком». 230 пар носков для военнослужащих, первая медицинская помощь нуждающимся и горы собранного мусора для комфорта всех барнаульцев. В крае набирает обороты волонтерское движение. Направлений, которые активно развиваются и к которым может присоединиться каждый, становится все больше. О них, а также о том, как волонтерство становится нормой жизни, расскажет наш корреспондент Данил Кузнецов. Он посетил 12-й по счету фестиваль «Вместе мы добровольцы Алтая». Боемся!
Традиционный фестиваль «Вместе мы, добровольцы Алтая», как и полагается, начался с гимна. Его участники знают наизусть, ведь многие из них занимаются волонтерством много лет и не пропускают ни одного события. Мы уже сдали около 230 пар носков за прошлый год, отправили на Донбасс. У нас есть проект, который называется «За чистоту города. Мусора больше нет». Мы каждый месяц сдаем разделанный мусор. Однако, чтобы создать хорошую среду вокруг, нужно не только желание, но и условия для воплощения задуманного. Эти две темы стали центральными в выступлениях спикеров форума. Мы вновь в этом году, вот буквально вчера-позавчера, отправили на федеральный уровень заявку для того, чтобы 12 добровольческих центров муниципальных в нашем крае были оснащены всем необходимым для работы добровольцев. Это очень важно, когда создаются условия. Будут лучшие условия, движение продолжит набирать обороты. Сегодня к определенным видам волонтерства привлечь внимание помогают специальные ярмарки. Вообще мне нравится область волонтеров-медиков. И здесь они присутствуют, они обучают многому, потому что в прошлом году, когда я приезжала на этот же форум, меня обучили многому. Я развила свой проект «Скорая помощь» и обучаю малышей, как первую помощь оказать. А у стенда «Доброй воли» можно познать секрет быстрого приготовления картошки. У волонтеров Академии спорта стать участником авторской игры, помогающей профориентироваться. Изучите это, интересно, попробовать это, чтобы хотя бы направление было у человека, понимание вообще, куда дальше двигаться. Потому что сейчас вот девочки подходили, говорят, юристы, понятия не имеем, зачем туда поступили. Медик отчислился. Также на форуме прошли защита волонтерских проектов и мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, амулетов. Участие в добровольческих инициативах, говорят организаторы фестиваля, хороший шанс попробовать свои силы в разных сферах жизни и одновременно протянуть руку помощи нуждающимся. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. А далее, тысячи барнаульцев приняли участие в музейной ночи, которая прошла в эту субботу. Наша съемочная группа тоже прогулялась по городу. Коротко о том, как это было, смотрите в нашем сюжете. В этот день смешивается все – кареты, магические сеансы, современные танцы и наука. 17-я ночь музея в Алтайском крае. Тысячи барнаульцев вышли на улицы города. В музеях, как говорится, яблоку негде упасть. Кстати, впервые в музейной ночи принял участие барнаульский зоопарк. Это называется обогащение среды обитания. То есть мы, животные, должны в том числе и развлекать. Доставать им игрушки, подавать еду своеобразно, прятать еду. Более 300 человек в музейную ночь пришли послушать ретро-музыку от команды «Диско 80». По вечернему Барнаулу прогулялся и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В краеведческом музее главе региона показали артефакты, найденные на территории края, а также рассказали о строении древних курганов. А с фауной края губернатора познакомили в музее природы Института биологии и биотехнологии АГУ. Здравствуйте. Дряних Никита, председатель краевого объединения «Голубеводы Алтая». Пойдемте. Порода, которая у нас на Алтае выведена, это как раз-таки барнаульский монах. Тоже даже название с региональной отсылкой. Вот. Почему монах? А потому что вот у него оперение головы, шапочка, как бы напоминает монашеское одеяние. Впервые Барнаул присоединился к музейной ночи в 2006 году. Тогда в акции приняли участие 14 музеев города. Сегодня их уже более 100 – краевые и муниципальные. Это выставочные залы, интерактивные площадки, галереи и не только. Я просто заметила, сколько людей общаются, знакомятся. Это на самом, очень, ну, на самом деле очень круто. Мне понравилось больше танцы, которые шли на старом базаре рядом. Меня очень впечатлило, что это танцы любви какой-то. Это очень прекрасно. Отметим, что за всю историю музейной ночи в Барнауле это стало самой рекордной по количеству участников. Ирина Корчагина, «День с толком».
Александр Савин, Ирина Дремова, Петр Кобзев, Вадим Ковалев – известные сегодня алтайские актеры и режиссеры профессиональных театров, выпускники одной кафедры театрального творчества Алтайского колледжа культуры и искусств. Одна из старейших специализаций, которая выпустила больше 2000 специалистов, накануне отпраздновала юбилей – 65 лет с момента образования. Всем good luck! Неинтересное приветствие! Бонжур, монами! Так студенты колледжа культуры приветствовали выпускников, педагогов и гостей на юбилее любимой кафедры, погружая их в завораживающую атмосферу театра. Здесь какая-то такая творческая атмосфера. Ты заходишь и сразу забываешь про все горести жизни, проблемы, погружаешься, начинаешь работать, работать и работать. А работают студенты театрального от зари до зари, изучая актерское мастерство, режиссуру театра, сценическую речь и движение. Ставят творческие показы и спектакли. Самые упорные, самые трудолюбивые, самые настойчивые ребята. Они добиваются очень высоких достижений, то есть они работают в профессиональном театре, чему мы очень рады. За 65 лет существования кафедра выпустила больше 2000 студентов. Основная часть работает в краевых учреждениях культуры. Есть и те, кто уехал за пределы региона. Преподавательский состав, микс молодых выпускников колледжа и опытных педагогов, которые не устают делиться ценными знаниями. В этом колледже я проработала 52 года, а театральное творчество – это моя судьба. Это вот сейчас, когда я встречаю, это мои ученики, это мои коллеги. И, казалось бы, уже можно было пойти на заслуженный отдых. Но как только я посмотрю на эту красоту, на это наше театральное творчество, думаю, так еще можно встретиться, потому что заряд неимоверной энергии, творческий. Творческий потенциал и бесконечный поиск, подчеркивает Нина Федорова. Выпускники же говорят, учеба в колледже – это не только про театр, но и про жизнь. Это так невероятно помогает вообще в жизни, в любой работе, в любых отношениях. Когда ты понимаешь принципы вообще жанра, что такое театр, что такое игра, жить настолько интереснее и легче. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Синтез искусственного интеллекта и ручной работы. Большое панно по мотивам изображения нейросети смонтировали на одной из стен барнаульского здания. Его создатели – ученики барнаульской детской студии «Акварель». Подготовили специально к юбилею творческого объединения. Известной в Барнауле детской студии «Акварель» исполнилось 35 лет. К юбилею с помощью искусственного интеллекта нарисовали картину по мотивам стихотворения, которое олицетворяет дом детского творчества. Полученное изображение взяли за основу для будущего панно. После доработки эскиза дети приступили к сборке, а после строители его смонтировали на одной из стен Дома творчества по адресу Антона Петрова, 233/А. У ребятишек такое часто бывает, когда бывает боязнь чистого или белого листа. То есть не знать, что нарисовать, а как тот или иную картину нарисовать, какой-то сюжет. И именно в этом ключе эти генерированные изображения могут помочь вдохновить детей на создание их собственной картины. Добавим, в студии с помощью искусственного интеллекта намерены раскрывать творческий потенциал своих воспитанников. Но здесь подчеркивают, нейросети никогда не смогут заменить человека, превзойти его таланты и возможности. Больше 1000 взрослых и маленьких барнаульцев и гостей города приняли участие в забегах юбилейного зеленого марафона «Сбера». Он проходил в минувшие выходные в парке «Изумрудный», как и еще в 59 городах страны. На празднике спорта побывал наш корреспондент Валентина Аскерова. Получили порядковый номер и начали готовиться к забегу. Для опытных бегунов 4 с небольшим километра – обычная пробежка. Для новичков – тест на выносливость и силу воли. Бег – это как будто, знаете, своего рода медитация. То есть ты бежишь, о чем-то своем задумываешься и абсолютно не устаешь. Когда бежите, вот какие ощущения возникают? Ну, первое время, когда бежишь, ну, особо никаких ощущений нет. Просто бежишь, 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 потом начинаешь уставать, а потом уже открывается вот это второе дыхание, и ты себя чувствуешь просто нереально круто. Ну, появляются какие-то классные силы, ты можешь бежать, бежать, бежать. Мы занимаемся бегом, также наша работа тоже предоставляет нам такую возможность. Мы работаем в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов. Как бы это для нас большая честь посетить это мероприятие и поучаствовать, так как мы постоянно закаляемся и профессиональные навыки закаляем. Поэтому для нас это очередная возможность подготовиться и подготовиться к сдаче на зеленый берет.
Кроме основной дистанции, на 4,2 километра состоялся детский забег. На старт смогли выйти участники по скандинавской ходьбе. Больше 1000 участников зарегистрировались на забеге марафона. Всего к празднику присоединились свыше 4000 человек, участников забегов и болельщиков. Параллельно со стартами в парке работали фотозоны, развлекательные площадки. Дети собирали пазлы, гадали ребусы и получали за это памятные призы. Не скучно было и взрослым болельщикам. Экоактивисты знакомили их с раздельным сбором мусора. Вот здесь внутри фольга, она не перерабатывается. В рамках эко-акции собрали около 50 килограммов макулатуры, 20 килограммов стекла и 7 килограммов пластика. Эко-просвещение – очень важный момент в системе образования, в принципе, как таковой, в системе экологии, потому что наш народ очень мало знает о том, что можно, в принципе, сортировать мусор, то, что его можно разделять, не просто выкидывать мусор в мусорку возле дома, но и о том, что у нас в городе есть и существует такая система, куда можно сдать. Вот такими мероприятиями мы привлекаем народ, рассказывая о том, что есть, можно, это уже делается. В парке Изумрудный в этот день в рамках марафона высадили саженцы рябины и можжевельника. Организаторы зеленого марафона отмечают, что цель мероприятия не только в популяризации здорового образа жизни, но и благотворительности. Участники праздника могли внести пожертвования в пользу детей с особенностями развития и детей-сирот. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Вместо ручек и блокнота – футбольный мяч. В Барнауле завершился 8-й турнир памяти спортивных журналистов. На зеленом газоне манежа встретились 4 команды, в том числе и парни из сибирской медиагруппы. Один из них – наш коллега Дмитрий Дроздов. Он расскажет о ходе турнира. Два рабочих подсказки. Вот, никакой гриза, никакого паники, как мы назвали события. Да, конечно, стараемся всех убить. На турнире памяти спортивных журналистов эмоции не только от футбола, но и от встречи с коллегами-единомышленниками, которые освещают спортивные события края. Я думаю, что Виктор Николаевич Горлов, ну, как он на том свете сейчас у нас, был бы счастлив, если бы там узнал, что этот турнир продолжается. Он очень дорожил этим турниром. И в свое время, когда он учредил этот турнир в 2015 году, он хотел отдать дань памяти тем людям, с которыми он работал. В борьбу за главный кубок в этом году вышли 4 команды. На зеленый газон манежа вступили журналисты, телевизионщики, радийщики и чиновники из сферы спорта. Среди участников и 5 парней из сибирской медиагруппы. Мы не будем забывать, что сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память наших старших товарищей, наших коллег, которых уже с нами нет. Они для нас пример навсегда, поэтому этот турнир – честь этих людей. На протяжении нескольких лет журналистское дерби, противостояние сибирской медиагруппы и Алтапресса. Вот и в этом году в финальном матче те же команды. Кто же возьмет золото? 2 года назад оно досталось нам, год назад соперникам, а сегодня ничья 0-0. По числу очков на этот раз нам достается серебряный кубок. Счастье на самом деле было близко. Вот сейчас с Алтапрессом забивай, один всего лишь гол забивай, и мы были бы чемпионами, но не сложилось. Зато укрепилась дружба и взаимное признание. Одно дело – острить словом, другое – доказывать делом, что спорт – это и сила, и ум, и взаимоуважение. Дмитрий Дроздов, «День с толком». На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.